Всем привет! Сегодня у нас интересный, надеюсь, расклад, чего ожидать в личной жизни дальше. И расклад только для одиноких, не для тех, у кого есть пара. Я вас предупредил. То есть, если есть муж, этот расклад не для вас. Вот сразу вам сигнификация, да, как говорится. И это предпоследний расклад. Дальше, предпоследний в смысле так, как вы привыкли, потому что операция уже вот-вот, и через 24 часа. Вот смотрите, запишу потом еще один расклад, сделаю отложенный, и он выйдет на время начала моей операции. И сейчас кольцо, которое я взял, потому что, смотрите, когда я Ане сделал обработку голоса, звуков, вот когда пропали, да, звук тасовки карт и так далее, и все начали говорить, то, что это не Аня, это не ее голос и так далее и тому подобное, то есть начали выдумывать фантазеров, на канале тоже хватает, то есть у которых вечно какие-то заговоры, еще что-то. Я даже не понимаю, как так можно жить, да, когда тебе кажется, что постоянно кто-то чего-то замышляет. Вот, я взял пиратское кольцо, да, буду в нем расклады делать, потому что вы же пираты, мы с вами пираты. Своей жизни, я имею в виду. Взял пиратское кольцо, и в следующем раскладе я его покажу. Оно немножко его урезают, потому что оно было одно, а размер там был очень большой. Ну, в чате Telegram, который вот ссылка есть в закрепленном комментарии, обязательно заходите, он же в свободном доступе. Я вам это кольцо показал. Можете зайти, посмотреть. Вот, его только по размеру сделают. И где-то оно через 30 минут будет готово. И потом, когда я его заберу, и покажу его вам в раскладе. Но тот расклад выйдет завтра. Я его сделаю отложенным. Тему пока не знаю. Знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, какую тему вы хотите. Только не пишите... Ну, такие вот темы, как решится суд. Да? Это слишком узко, понимаете, для общего расклада. А тематика не подходит там. Хотите про отношения? Там, например, как он без вас там дышит, бедолашка. Знаете, вот если честно, я не понимаю, когда смотрят на человека, с которым там... Ну, уже там год не вместе, да? Ну, зачем вам это? Занимайтесь своей жизнью. Ну, это я так считаю, да? Или там есть те, кто смотрит на человека, с которым уже там 10 лет не вместе, да? У него уже там своя семья, дети, они смотрят. Нет бы вот взять-то с кем-нибудь познакомиться. Вот вы мне часто пишете, дед, а где же взять таких, которых ты описываешь? Все такие. Все, абсолютно все такие. Мужчины все хорошие, женщины все хорошие. Но важно только то, как к тебе в отношениях относятся. Понимаешь? Вот я могу в отношениях быть вот прям лапочкой-лапочкой, цветы каждый день дарить и так далее, и все выполнять, все вот прихоти. А могу быть и тираном. Это смотря как к тебе относятся. Понимаешь? И также ты, вот, например, ты, вот для тебя, например, мужики все плохие, да? Ну, например. Но это же только твой опыт. Ты же зеркально привлекаешь к себе партнера. Если ты в душе, там, как сказать, нарцисс, да, то ты абсолютно зеркально к себе такого же притянешь. Или если ты лапочка, чрезмерно, да, вот прям по тени, вот, ты лапочка и прогибаешься под мужчину, да, потому что мне часто пишут, я очень вкусно люблю готовить борщ, я прям
мужика обхаживаю, дома убираюсь и так далее. И у меня сразу к таким вопрос. Ты отношения ищешь или устроиться на работу к мужику, который будет лентяем? Понимаешь? Нужна золотая середина, где оба что-то делают. Если ты позволяешь сесть себе на шею, вот прогибаешься, да, то обязательно к тебе притянется такой, кто на эту шею сядет. Понимаешь? Все хорошие. Главное, что ты позволяешь делать в отношениях, что ты позволяешь себе и так далее. Если ты истеричка, да, например, ты привыкла брать все голосом, да, истерить, обижаться, ругаться и так далее, то есть голосом берешь, то, соответственно, мужчина просто закроется от тебя, найдет тот, кто не орет, вот так вот скажем. Понимаешь? Я надеюсь, для кого-нибудь инсайт я какой-нибудь дал. Поэтому нужно в отношениях строить их так, чтобы было равноправие. И вот не выдуманное тобой равноправие, а именно равноправие. Вообще вот в идеале в отношениях вот перед первым занятием страстями, ну, ты поняла, да, про что я? Вот нужно составить бумажку, берешь договор. Ну, я понимаю, для тебя это будет смешно, но ты будешь, как говорится, любиться, да, с тем, кого, с кем у тебя отношения. Ты же выбирала его, он тебя выбирал, вы друг друга находили. Соответственно, вот для тебя это будет слышаться дико, но сделай вот так вот. А давай мы с тобой сначала договоримся про наши отношения. Я тебе готовлю борщ, а ты моешь посуду. Я делаю вот это, а ты делаешь вот это. Да, для некоторых это будет очень смешно, но так строятся отношения идеально. Именно так, а не на самотек или там, а как получится, так получится. Нет. Оглянись на свою жизнь. Как? Получилось? Вот и я о чем. Поэтому договаривайтесь. И желательно, чтобы это было написано. Я не говорю про брачный договор. Я говорю про смешную бумажку А4, где будет написано, что он обязан тебе дарить цветы один раз в месяц по таким-то числам. И это будет у вас день цветов. Например, прям так и напиши. День цветов. Вот, например, там 15 числа каждый месяц день цветов. Ты мне даришь цветы. А я взамен. Вот именно вот это важно. Он делает одно, а ты взамен. Ты делаешь одно, а он взамен. Всегда так нужно. Не умеешь строить равноправные отношения, используй сначала бумагу формата А4. Заламинируй. Даже если тебе это покажется смешным, но на таких мелочах строятся отношения, понимаешь? И вы эту бумажку заламинируете, вы оба привыкнете к тому, что должно быть равноправие. На первых порах. Эта бумажка для тебя сейчас, это смешная, но это корень ваших отношений. Потом, когда вы поженитесь и так далее, повесь на стенку. Вы будете будете счастливо вспоминать вот этот момент, когда вы писали эту бумажку. Понимаешь? Учитесь строить нормальные, адекватные отношения, а не «я люблю готовить борщ, я очень хорошо убираюсь». Ну, хорошо, я тебя возьму домработницей работать. Ну, мужчина так, я имею в виду, подумает. Ты же не домработницей устраиваешься. Ты хочешь отношений. Зачем себя рекламировать по форме домработницы? Резюме составила, выучила его наизусть. Я вот это, вот это, вот это. И что?
Ну, он будет тобой пользоваться, молодец, как домработница, будешь обслуживать его прихоти. Мужчины, если меня смотрят, то тоже вот я зарабатываю миллиарды долларов, у меня есть машина. Ну хорошо, ты будешь кошельком и водителем. Ты сам себя так рекламируешь. Одна домработница, второй водитель и кошелек. А где в этом всем ваши чувства и желания? Вот объясните мне, мужики, напишите, женщины, напишите, где в ваших вот этих словах ваши чувства, вообще что-нибудь про отношения? Одна устраивается домработницей, второй устраивается кошельком и водителем. Ну так, а потом мужики говорят, она мной пользуется. Так ты сам себя разрекламировал как кошелек и водителя. А женщины жалуются, что мужики на нее внимания не обращают. А зачем? Ты же домработница. Так, хватит кряхтеть. Давайте приступим к раскладу. Итак, первый вариант. Девятка жезлов. Пятерка кубков. И туз мечей. Ну, смотри. Ты сейчас находишься вот на таком этапе, когда твои отношения с окружающими людьми – это словно защита, да, возведенная вокруг твоего сердца. Ты вот прошла через многое, да, и вот эти стены, которые ты выстроила, да, это результат того, что ты научилась защищаться. Там были моменты, вот, когда ты открывалась людям, да, позволяла им приблизиться, но что-то пошло не так, и ты решила больше не повторять ошибок. Твоя осторожность, настороженность, они оправданы. Ты хочешь избежать боли, которая может вновь настигнуть тебя. И, соответственно, ты осторожна. Но за этими стенами скрывается же не только страх, да? Но и, соответственно, твоя внутренняя сила. Ты умеешь бороться, знаешь цену своему счастью, готова к новым испытаниям. Но знаешь что? Важно понять, что пока ты продолжаешь укреплять свои вот эти оборонительные рубежи, да, до твоего сердца не может добраться ничто новое и никто новый. Ожидание в одиночестве – это твое собственное решение, и оно дает тебе время на размышления, на восстановление и так далее. Но вместе с этим приходит понимание. Если ты не решишься открыть дверь и не снимешь свою броню, то вот останешься в этом состоянии обороны, так и не дав шанса там, новым возможностям, чтобы они постучались в твою жизнь. Ты стойко охраняешь свое вот это внутреннее пространство. Ну, это нормально, но важно помнить, что за этими стенами скрывается и что-то светлое, чего ты вот боишься показать миру. Твое одиночество – это не приговор, это временное состояние, которое защищает тебя, пока ты не будешь готова снова довериться. Ну, знаешь, вот, несмотря на эту оборону, ты все равно чувствуешь груз вот этот вот разочарования и утрат. И вот пятерка кубков, она говорит о том, что твои мысли часто возвращаются к тому, что ты потеряла. Внутри тебя есть раны, которые еще не зажили. Эти раны, они тянут тебя назад, не давая двигаться вперед вообще. Ты сожалеешь вот о том, что не сложилось, да, о моментах, которые не вернуть. И это тяжелое чувство потери, которое заставляет тебя думать, что все могло быть иначе. Если бы, конечно, обстоятельства сложились по-другому. Но здесь важно, знаешь, что осознать, что вот, фокусируясь на том, что ушло, ты упускаешь из виду то, что все еще может прийти, понимаешь? Да, там ты пережила боль. Эта боль, вот я согласен с тобой, что она оставила свой след.
Но эта боль, она не должна управлять тобой и твоим будущим, понимаешь? Если ты продолжишь держаться за прошлое, да, за то, что потеряла, то вот в итоге ты потеряешь возможность увидеть новые какие-то иные перспективы. Боль и твое вот это сожаление – это не конец истории. Это только часть истории. Вот это пойми. И твоя задача сейчас – признать свои чувства, дать им место, да, но не позволить им диктовать условия твоей жизни. Понимаешь? Ты все еще стоишь на перекрестке, где можно выбрать новый путь. То есть оставить прошлое позади, да, и идти вперед. Ну, это, конечно, непросто, но это необходимо для того, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое. И, возможно, даже светлое, понимаешь? И дальше начнется интересное, потому что туз мечей, он про момент истины, да, когда ты решишься на кардинальные изменения в своей жизни. И будет такое время, когда ты наконец-то пройдешь через вот эти все внутренние заборы свои, да, и взглянешь на все с новой, вот предельно ясной точки зрения. И этот момент осознания, он станет для тебя началом чего-то такого совершенно нового. Время, вот, когда ты сможешь освободиться от своих иллюзий, да, и, соответственно, начнешь действовать решительно и уверенно. И, знаешь, вот, туз мечей, он даст тебе силу разорвать цепи, которые вот держали тебя привязанной к прошлому. И это, знаешь, будет как пробуждение от долгого сна. То есть вот когда ты понимаешь, что все, что тебе вот это мешало, оно было только в твоей голове. Вот этот инсайт у тебя, как сказать, щелчком придет. И ты примешь решение, которое изменит твое будущее. Ты увидишь, что вот эта вся боль, которую ты пережила, она на самом деле была вот каким-то, знаешь, вот необходимым этапом для того, чтобы ты стала сильнее. И всего лишь. И будущий новый этап в твоей жизни, он будет полон ясности, полон решимости по тузу. И ты больше не будешь бояться там открыть свое сердце, да, потому что ты будешь уверена в своих силах. Понимаешь? И вот твоя внутренняя борьба, она завершится, и ты осознаешь, что готова к новым отношениям. К новым вызовам, да? И главное, к новому счастью. И ты вот почувствуешь, что ты обрела контроль над своей жизнью, и что теперь настало время действовать. Пора выйти из вот этих турецких сериалов, жалеть себя и прочее, и прочее, и прочее, и идти вперед. В итоге твой путь к счастью, да, в личной жизни, он только-только начинается. Ты пройдешь через этапы защиты, сожалений, да, но в конце концов ты найдешь в себе силы начать все сначала с ясной головой, с решимостью идти вперед. Поэтому ожидай того, что в твоей жизни появится что-то новое, что-то светлое, что вот поможет тебе оставить прошлое позади. И, соответственно, открыть сердце для новых возможностей, мой юный друг. Подписывайся на канал, если ты еще на меня не подписан, чтобы не потерять меня. И обязательно напиши комментарий какой-нибудь приятный. А можно даже и неприятный. Я все комментарии люблю. Ну, а мы с вами перейдем ко второму варианту. Королева мечей, солнце и рыцарь пентаклей. Ну, смотри. Ну, ты сейчас находишься в таком состоянии, когда твой разум, твоя логика, они преобладают над всеми другими чувствами. Ты больше не позволяешь эмоциям там затмевать твои решения, да, особенно когда вот дело касается личной жизни. Ты стала той, кто
осознает свои желания, свои страхи, и ты больше не готова идти на поводу у мимолетных каких-то увлечений, да, или там у пустых надежд. И в твоей жизни наступил период ясности, период самоосознания. И ты готова использовать эту силу, чтобы не только защитить, да, себя, но и построить что-то более основательное, более настоящее. Знаешь, королева мечей – это твоя внутренняя сила, которая учит тебя быть независимой, учит быть твердой. Ты больше там не ищешь подтверждения своей ценности, да, в чужих каких-то глазах. Ты строишь свою самооценку на собственных достижениях, на собственных убеждениях. И это та часть тебя, да, которая знает, что в жизни нет места для иллюзий, и что отношения должны строиться на честности, на взаимном уважении. Ты готова отсеивать все лишнее, да, оставляя только то, что действительно ценно. И этот этап вот, также вот означает, что ты не станешь терпеть какие-то поверхностные связи, да, или какую-то ложь мужскую, да, лапшу. Ты видишь людей насквозь. И вот это знание, оно помогает тебе избежать каких-то там, ну, ненужных разочарований, так назовем. И ты больше не боишься говорить там «нет», отсеивать тех, кто не соответствует твоим стандартам. Твоя разумная, ну вот строгая позиция, она готовит почву для чего-то более светлого, да, для более настоящего в твоей жизни. И вот в будущем на горизонте появляется свет. Солнце – это у нас, знаешь, вот символ радости, счастья, позитивных изменений, которые тебя ждут впереди. Да, тебя, именно тебя, мой юный друг. И после периода, когда ты защищала себя, да, от всего ненужного, сомнительного, в твою жизнь войдет что-то, ну или кто-то, да, кто заставит тебя улыбаться каждый день. И это будет время, когда ты почувствуешь, что вот эти все твои усилия, вся вот эта работа над собой, да, которую ты проделала, они наконец-то принесут свои плоды. Свет солнца символизирует новый этап, где ты сможешь раскрыться, показать себя с лучшей стороны. Ты увидишь, что мир вокруг тебя, он наполняется красками, а отношения, которые могут зародиться в этот период, они будут полны искренности и радости, если ты не истеричка только. Понимаешь? И ты больше вот не будешь прятаться за своей холодной маской королевы мечей, да, а позволишь себе наслаждаться тем, что приносит тебе жизнь. И, соответственно, это будет время, когда ты сможешь дать себе право на счастье. Вот, без оглядки на какие-то там прошлые обиды, страхи, предательства. Тебе будет все равно. И, соответственно, ты будешь чувствовать уверенность, ты будешь чувствовать легкость. И это притянет к тебе такого человека, который будет готов делить с тобой вот этот светлый, позитивный этап. Понимаешь? И твои новые отношения, они будут полны радости и тепла. И ты наконец-то сможешь почувствовать, что вот заслуживаешь всего самого-самого лучшего. Понимаешь? Но несмотря на весь вот этот свет, радость, да, твой путь к настоящему счастью, он не будет моментальным. Рыцарь Пентаклей нам показывает, что все хорошее в твоей жизни будет приходить не сразу, постепенно, но с уверенностью и стабильностью. И этот человек, которого ты встретишь, да, он не будет бросаться в омут с головой. Он будет действовать медленно, но уверенно, чтобы построить с тобой не мимолетные какие-то связи, а прочные и надежные отношения, понимаешь? И вот этот рыцарь Пентаклей, это, знаешь, вот это символ того, что все твои ожидания, все твои мечты о стабильности, о надежности в отношениях, да, они будут реализованы. И вот этот человек, он будет честным и преданным, готовым вкладывать усилия, время, чтобы построить что-то настоящее, долговечное.
И он не будет разбрасываться там обещаниями, но каждое его действие, оно будет говорить о серьезности его намерений. Лишь бы ты не испортила своей мечовостью, да, вот это все. И, соответственно, если ты откинешь свою вот эту мечовость, давайте мечовость буду говорить, неважно. Вот если ты откинешь вот эту мечовость, то будет именно все так. Ты увидишь, вот как ваши отношения, они постепенно, там, шаг за шагом, они будут становиться все крепче, крепче, крепче. Это не будет какой-то мимолетный роман, да, который вот так вспыхивает и угасает так же быстро, да? А то многие такие есть, которые один день знакомы, один раз встретили, все, он мой близнецовый пламенец, он моя родственная душа, все, а потом... Мужчина видит то, что, ну, что-то не так. Что-то не так. И, соответственно, мужчина исчезает. И это не будет вот именно так, понимаешь? Это будет такая история, которая пишется с заботой и вниманием, где вот каждый шаг ведет вас вот к созданию чего-то значимого, да, важного. В итоге... Впереди тебя ждут светлые времена, наполненные радостью и стабильностью, если ты готова будешь работать над ним. Нет, если ты будешь сидеть и ничего не делать, то этого ничего не будет. Этот расклад не для тебя. Мой расклад для пиратов своей жизни. Понимаешь? И не обозленных людей, а думающих головой. Ты прошла вот через этап самопознания, самоосознания, и вот ты готова сейчас к отношениям. И отношения эти будут строиться на честности, на любви, на взаимном уважении. Все, как ты мечтала. Только протяни руку. И, соответственно, ты встретишь того, кто будет идти рядом с тобой, шаг за шагом, вот строя отношения. Но он не один их будет строить. Ты тоже будешь тянуть вместе с ним эту баржу, как бурлаки на Волге. Понимаешь? Вот эта баржа в картине «Бурлаки на Волге» — это ваши отношения. Тянете вы двое их. Понимаешь? Ну, не обязательно уж так все печально. Нет, вы будете их строить. Но это работа в паре, это не работа одного. То, что ты можешь готовить борщ, ты молодец. Но так отношения не строятся. Строятся на поддержке, взаимопонимании, над работой, над отношениями, на этим. Слово «рот» забыл, представляете? При разговорах ротом. То, что ты приготовила борщ, это делает тебя хорошей домработницей. А то, что ты поддержала мужика, а мужик поддержал тебя, это построение отношений. Вот это вот запомни, мой юный друг. Подписывайся на канал, если ты еще не подписанный, если не хочешь потерять дедушку. И обязательно оставляй обратную связь в виде комментария. Мне очень приятно, когда вы пишете комментарии, потому что я вижу, что есть обратная связь. Ну а мы с вами перейдем к третьему варианту. Туз Пентаклей. Жрица. И Паж Кубков. Ну смотри. В твоей жизни начинается такой этап, который связан с возможностями, о которых ты даже не мечтала. Да, сахарно, но как мне по-другому туза Пентакли читать? И, соответственно, ты стоишь на пороге того, что можно назвать вот истинным подарком судьбы. И эта возможность, она не просто возникает, да, она приносит с собой потенциал для создания чего-то стабильного, чего-то значимого для тебя. Встреча с новым человеком окажется не случайной и не мимолетной.
И он ворвется в твою жизнь как ценный шанс, который обещает не просто романтическую связь, да, но и реально ощутимое будущее. Да, я понимаю, ты скажешь, а что, всем мужиков, ну а как мне туза пентаклей на твою личную жизнь читать? Прочитай по-другому. И, соответственно, ты можешь ожидать, что этот человек предложит тебе что-то такое более существенное, чем просто увлечение. Это будет встреча, которая перевернет твое понимание о том, вот, каким должны быть настоящие отношения. То есть этот человек, он будет не так, как ты привыкла. Понимаешь? То есть кардинально другой. И вот он появится тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать и предложит тебе что-то такое, знаешь, вот реальное. Я вот не знаю, как сказать. То есть он не будет тебе доставать звездочку. Он тебе предложит отношения, где каждый шаг егошний, сейчас затригерились филологи, егошний, могу говорить егошний. Вот где каждый егошний шаг, он направлен на создание общей вашей совместной жизни. То есть не лапша, а конкретные шаги. И вот этот этап, он будет наполнен для тебя новыми возможностями, да, серьезными предложениями. Ты можешь рассчитывать на то, что начнешь видеть перспективы вот вашего совместного с ним будущего, где есть вот место для доверия. Понимаешь? И туз пентаклей – это не просто там обещание лучшего будущего, да? Это приглашение к тому, чтобы строить его на прочном основании. Понимаешь? Но не все так просто и очевидно для тебя будет, потому что жрица, она показывает, что тебе придется заглянуть вглубь себя, чтобы понять, что действительно важно для того, для вот этой вот новой связи. Возможно, тебе придется столкнуться с какими-то тайнами, которые скрыты. Понимаешь? Как в твоем сердце, так и в сердце нового партнера. И тебе нужно будет доверять своей интуиции, чтобы не упустить что-то важное. И этот человек, он окажется не таким простым, вот каким покажется на первый взгляд. Он будет носить в себе загадку, которую тебе предстоит разгадать. Но это не должно тебя пугать. Наоборот, это возможность углубить свои отношения, да, найти в них более глубокий смысл. И в тебе проснется желание вот такое вот понять, что на самом деле скрывается там за его словами, за его действиями. Почему он такой, не к которому ты привыкла обычно? Понимаешь? Ты почувствуешь, вот, что за внешней стороной вот этих отношений есть что-то такое большее, что требует твоего внимания. Понимаешь? И это не будет на поверхности плавать. Понимаешь? И вот этот этап, он потребует от тебя быть внимательной и максимально слушать свою интуицию. Жрица, она говорит о том, что в твоих руках окажется ключ к разгадке тайн, которые могут как укрепить ваши отношения, так и разрушить их. Если ты будешь действовать необдуманно, конечно. Если ты любительница турецких сериалов, то вообще не шанс. Это не твой расклад. Но если ты будешь готова прислушиваться вот к своим внутренним ощущениям, то этот человек, он откроется тебе, знаешь, вот с новой стороны. Ваши отношения будут глубокими и значимыми. Человек, еще раз повторяю, не такой, каким ты привыкла, понимаешь? Даже если у тебя никого никогда не было, это будет не такой человек, с кем ты привыкла общаться. То есть кардинально другой. И вот когда ты пройдешь через вот этот этап знакомства, да, погружения в тайны, вот егошние, люблю триггерить, егошние, вот так вот буду говорить. И вот наступит такой момент, когда все начнет меняться. Потому что Пашкупков, он говорит нам о том, что в твоей жизни появятся новые эмоции, новые чувства, даже, возможно, неизведанные чувства, если жрица у нас еще.
И вот этот человек не сразу покажет свои настоящие намерения, но в конечном итоге он раскроет свою нежность, романтичность и так далее. Когда ты тайну разгадаешь, и ты увидишь в нем ту сторону, которая наполнит твою жизнь. Понимаешь? Но не чем-то плохим наполнит, да, а новыми красками, новыми эмоциями и так далее и тому подобное. И вот этот этап, он будет связан, знаешь, вот с приятными неожиданностями, да, романтическими жестами. Ты почувствуешь, вот как ваше общение, оно становится, вот как сказать, все более нежным, что ли, вот трогательным. Понимаешь? И он начнет делать вот такие маленькие, но очень значимые шаги навстречу тебе, показывая вот, что готов идти дальше, углублять ваши отношения. И у меня такое ощущение, что сейчас тот самый мужик как раз меня и смотрит. Не знаю почему, но вот ощущение, как будто я ему рассказываю. И вот эти его проявления чувств, они будут напоминать первые шаги влюбленного человека, да, который вот пытается завоевать твое сердце. Но эти чувства, они не будут какими-то поверхностными, да? Ну, это не будут такие шаги, чтобы затащить тебя страстями заниматься, понимаешь? Они будут искренними, будут глубокими, и ты почувствуешь, что он действительно дорожит тобой. Если ты, конечно, турецкие сериалы не смотришь, понимаешь? И вот Паш Кубков – это начало чего-то светлого, чего-то радостного. Это символ того, что в твоей жизни появляются вот не просто, я не знаю, как сказать сейчас. Не просто отношения. Это вот, давай я тебе по-другому скажу. Ты такого никогда не испытывала. Вот такие отношения будут. Понимаешь? То есть появляются не просто вот отношения, а вот, как сказать-то тебе? Вот чувства, вот у меня, прикинь, на языке вертится, а сказать не могу. Вот эмоции такие, которые ты никогда не испытывала и даже не знала, что такое бывает. Вот так будет проще, ты поняла? Понимала? У меня, я заговариваюсь уже. И, соответственно, ты знаешь, вот вы оба будете учиться выражать свои эмоции и строить отношения, основанные на искренности и доверии. Но у вас будут непростые отношения. Они будут, блин, как сказать-то? Я не знаю, как тебе сказать. Ни ты, ни он не испытывали таких чувств. Понимаешь? Все, на этом я не буду подбирать слова. То есть это будет охрененно. Вот так вот. В итоге твоя личная жизнь, она будет развиваться вот в трех ключевых этапах, да? Сначала ты получишь шанс на создание серьезных, стабильных отношений. Затем ты столкнешься вот с загадками егошними, егошними. И потом, наконец, обретешь новые, чистые, искренние чувства. Но если только турецкие сериалы не смотришь. Пойми, вот это важно очень. И, соответственно, вся твоя работа над собой, над отношениями, над разгаданием загадок и так далее и тому подобное, оно будет вознаграждено. Прям сполна вознаграждено. На турецкие сериалы не смотри. Подписывайся на канал, если ты на меня еще не подписана. И обязательно жмякай на колокольчик. Сейчас ты видишь Бусти, обязательно заходи туда. Обязательно туда заходи. И заходи в чат Telegram, он в закрепленном комментарии, и он в свободном доступе. С вами был Дед.